Чувашия получит авансы с федерального бюджета на строительство школ. Республика вошла в число регионов, в котором в 2016 году будут выделены 50% от стоимости проектов. В стране начал действовать новый федеральный проект по содействию созданию в субъектах России новых мест в школах. В Чувашии этот проект стартовал со строительства школы по улице Гладкова в Чебоксарах. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест. Оно будет состоять из начальной школы, блока для средних и старших классов, а также двух спортивных залов и бассейна. В республике в прошлом году начато строительство нового здания школы в деревне Альбу-Сюрбеева Комсомольского района. Школа должна быть сдана в августе 2016 года. Всего же в республике к 2025 году планируется построить и реконструировать 32 школы, отремонтировать 66 школьных зданий с износом 50% и выше. Напомним, 25 марта на Всероссийском совещании в рамках 7-го Петербургского образовательного форума министр образования и науки России Дмитрий Ливанов назвал Чувашию в числе 5 регионов, которые активно строили школы еще до начала нового проекта. Это хороший такой результат нашей совместной деятельности с правительством Российской Федерации, с Министерством образования Российской Федерации. И у нас появляется возможность не только ввести в эксплуатацию школу, которую мы строим в Комсомольском районе, начать школу в микрорайоне Гладкова, города Чебоксара, и на первом этапе, думаем, может быть, введем к новому 2017 году. Это вот амбициозная задача. Хорошая задача, направленная на создание комфортных условий для уже городских школьников.